Озвучка. Так, предложение. Напиши, что нарисовать должно, да. Только не говори вслух. Так, а, хорошо. То есть, тишина. А, то угодно можно, да? То угодно можно. Хорошо. Я ничего не придумала. Нормально, чё как? Мне кажется, нормально. Блять, я правильно написал это слово? Я эту хуйню вообще придумал полную. Можно прям вообще фул хуйню, и чел будет рисовать. А я уже все, я понял, я такую хуйню, вы сейчас охуете с того, что я написал. Чел, тебе сейчас тоже напишут, и ты-то рисовать будешь, ты че, блядь, думал? Ну, похуй, я-то нарисую, у меня фантазия хорошая. А как вот это вы нарисуете, я хуй знает. Еще кто-то один мне написал. Муханжан, ты там жив, блядь? Я написал. Так. Че за хуйня, блядь? Почему-то досталось именно мне, блядь. Че, ты запрещаешь этим смеяться? Так, ладно. А че тебе досталось, Мазила? Да... Блядь, что я рисую, нахуй? Вова, Дэну хотел сказать, что ты лучший мужчина, Эвер. Спасибо большое. Я не успевала. Это хуета с крыльями, блядь. Чел, ты сейчас увидишь, что мне нарисовалось, блядь. Типа, ну ты, блядь, охуеешь, понял? Блядь! Ага. Ну не, а вот времени, так. Кстати, много, это удобно. Ебать, другие цвета есть? Да. Я не знал. Блядь, ну это какая-то хуйня полная. Да рисуй, как знаешь, блядь. Так, а как объяснить теперь, слышите, что это, блядь? Так, это рот, если чё. Это просто пиздец. Бля, я соскучился, кстати, по сломанному телефону. Прям, мне кажется, свежий глобус. Так, я лучше уберу это, потому что кто-то подмышит это член. Так, ладно. А, блядь, я долбоёб! Так, смотрите, блядь, пацаны, как он... А какой... Как флаг этот рисуется? Всё, ладно, я нарисовал. Я думаю... Короче, я сразу говорю, это не член. Блядь. Это типа анимация, типа. Но это не член, просто предупредил. Блядь. Так, ну это, блядь, наверное, вот так как-то должно. Я не знаю, ребят, честно. Я, блядь, по географии двоечник ёбаный. Ну, вроде бы так должно быть. Да, блядь! Вроде что охуенно. Я все испортил, нахуй, блядь. Не, вроде нормально сделал, нормально, пойдет, блядь. Блядь, ну это что-то не совсем похоже на то, что было заказано рисовать. Блядь. Ой, бля, время, алло. Я успею перекрасить? Вообще пиздец какой-то. Нет! Все, успел. Ура! Так. Блять, не так. Я хочу узнать, кто вообще это написал, во-первых. Это такой пиздец. У тебя про Спанчбоба выпало? Нет, про Красти Крабс. А это я. Почему у меня тоже, блядь, сука? Так, все, так, тихо. Теперь нужно, блядь... Ебать! Теперь нужно описать рисунок, чуваки. А как? Это смайлик называется. Это просто. Все. Я придумал. Не-не, сейчас. Ладно, обидно, хватит, блядь. А лучше кратко, да, желательно, или... Не, можешь как угодно, но чтобы, блядь, человек понял. А я угадала, что Стинт нарисовал. Это легчайшее. Вы угадали, блядь? Блядь, что за хуйня? Что такое банан, блядь? Что это хуйня? Банан — это такой желтый фрукт, блядь. Блядь, я не... Ну, ладно, похуй, будем вот так сейчас. Блядь, почему вы с этими бусами заебали, блядь? У меня сначала был какой-то обхубас, блядь, теперь планктобус. У меня такая же хуйня постоянно попадается, блядь. Блядь, у людей просто, ну вот знаешь, мемчики застряли в голове, нахуй, не могут продвинуться по ТикТоку дальше. Ты только что рисовал эту хуйню, чё-то. А я ее угадала, по-моему, это уже клиника. Чё вы ржёте, блядь? А как заливку сделать? А нашел? Блядь! Ты солил все, кроме того, что нужно было залить. Бля, как стереть? Там Ctrl-Z. О, спасибо. Нет. В смысле нет, да. Извини. С кем, блядь, друг? Со мной. Ну а чё, блядь, как это нахуй нарисовать-то, блядь?
А, я придумал. Блять, а я не то рисую-то вообще. Это вообще пизда. Какая-то хуйня полная, блять, ну... Ну ладно. О! Я не знаю, как это еще показать. Ну нормально, а че нет, блядь? Я не могу просто... Как это, блядь? Ну примерно так, наверное, он, блядь, и выглядит, я хуй знает. Не пиши короче, слова, я захуярил шараду. Можно писать слова, если ты нихуя не понимаешь, как они работают. Не, я чтобы интереснее, я шараду захуярил. Какие волосы, бля, ребят, кто вообще с волосами сидит сейчас на стриме? Вы что, ёбнут? Корейка. Чё? Тупо чёлка от айфона, нормально, бля. Боже, это позор, бля. Ты пизда полная. Блять, за что? Ладно, знаете, это может быть подсказка вот такая здесь. Бля, ебать, пиздец, не, в пизду. Попробую вот так. Апхчиба. Будь здоров. Спасибо. Апчихба ебаная, блядь. Тут такие слова выдумывает. Ты, сука, сам бы его нарисовал, блядь. А что тебе выпало? Не скажу, блядь, нельзя. Что, блядь? Что за хуйня ебаная? Блядь. Что это? Свиножёлудь? Я не знаю, блядь. Кто это нарисовал? Это, бля, Макс, нарисовала. Ничего не произнось, не произноси ничего. Да, пожалуйста, блядь. Это звучит очень, блядь. Ладно, и потом все, будем орать, блядь, понял, там понял, высветится хуйня и будешь кекать. Понял, все, АФК, АФК, понял, АФК. Не. Мне кажется, под... Да, может быть. Сейчас в ТикТок перезальют, там, ебать, кто-то перезалил, как мы первый раз играли. Ебать, там, сколько, 200 тысяч лайков, блядь. Хуйня выпала. Так. Забыли спросить, блять. Ой. Пиздани, давай. Пиздани, давай, давай. Пиздани, что-то. Бля, Вова, сразу извини, пожалуйста. Неважно. Просто извини, сразу говорю. Я надеюсь, там ничего запрещенного. Ой. А нет, не оно, блять, какая-то хуйня в итоге получается. Так, а назад. Ой. Так, ой. О, имба, пацаны, по-моему. Я правда не знаю, какого он цвета, блять, но вроде бы как-то вот, ну как-то вот так, наверное. А как роль выглядит? Какие уши, господи, блять, ребят, ушей нету у него. Наверное, они такие. Нет, а, знаете, подсказка какая будет, пиздец, что блядь. Это такое? Это вот так надо сделать. Боже, блядь. Так, теперь... Ужас. Блядь. Я нарисовал у меня. Да блядь! Так, с... Пиздец, нахуй. Не знаю, это нахуй моя лучшая картина. Лучше, чем в Симсе. Во! По-моему, идеально, чуваки. Вообще кайф. Блять, как это хуй там вообще полная. Ну, я думаю, это пиздец. Нормально. Я почему-то сразу понял, что это! Я хуй знает, как это хуета, блядь. Эй, кто-то это рисовал минуту, это пиздец какой-то, нахуй. А, не, давай так просто. Во. Ой, блядь, это ужас. Попробуй сам такой нарисовать. Да я бы и не понял, блядь. Так. Ёбаный пиздец.
Блять, что за... Что? Что? Как это нарисовать, блять? Блять! Блять, а! Так, ну хорошо. Блять, нет, это не хорошо, это какая-то... Ты что, там осуждёнка? Ну... Я точно знаю, что одному с этой картинки это точно не понравится. Так, блять, ну я хуй знает, пацаны, что делать-то, блять? Нет, это хуйня как... Ну нет, ну это хуйня, ну... Мне кажется, это вообще будет дома пиздец. Это просто, блядь, невероятно. Ебать, я драндулет ебанул. В принципе, похуй, а... Это все пускай, блядь, будет вот такого цвета. Ну я и не ебу, как это рисовать просто. Так. О! Блядь. Блядь. Да блядь. Так, ну это же похоже на то, что я изображаю сейчас, молодые люди. Боже, блядь. Так, ну по идее, да... Блядь, что? Я где-то дырку, блядь, устроил. Во. Так, ну-ка. Да блять, еще дырка! Еще дырка. Так, попробуем вот так. Это вообще пизда полная, блядь. Илюха, это ты по-любому ты ебал? Что происходит, блять? Нет. Да это по-любому ты нахуй написал. Я ничего такого плохого не делал. Проблемы в детстве меня отпили. Это просто бред. Невероятно просто. Бля, уши забыл. Похуй. Какие уши у свиньи, похуй. Не, знаете, надо было вот тут. У свиней нет брови. Все, пойдет. Что это, блядь? Как этот смайлик, блядь, называется? Я даже не знаю, Хованский это, блядь, или Навальный. Бля. Не, красиво сделал, сразу понятно. Бля, мне кажется, это Илюха нарисовал. Ну, типа, я не знаю, это так, наверное, блядь. Блядь, мне кажется, сейчас пиздато будет. Да, все будет думаю. Пиздец. Так, озвучка включить, порядок сначала, погнали. Все, начинаем кекать. Я сразу говорю, Вов, извини, типа, за одну хуйню, которую я нарисовал, сразу извини. Ну, это не надо меня извиняться, блядь. Типа, я просил не рисовать, если нарисовал, пиздец. Так. Ну, это, кстати, мило, пиздец. Да, это мило. Вот к чему бан... Играет в КС. О, нихуя! О, повторил, слышь. Я стрим твой открыл, посмотрел. Пришел молодого. Эй, блядь. Дрейк. Как обезьяна в Дрейка превратилась, сука. Все ломака заруинил, блядь. Я сам себя рисовал, блядь. Сколько ты заруинил. Уебан. Хуяная концовка. Эволюция произошла. Вот оно. Из обезьяны в Дрейка. Он несколько раз покрасился. Блять, я кстати примерно так же сделал. Планктобус. Хорош. Охуеть, гениально, кстати. Вот, кстати, я как ответил на это. А я читаю, я панк. Я панк. Ну, охуеть, пиздец. Абабус. Абабус. Ты что, я все испортил, блядь? Ломака, что это, блядь? Там ну, а ты еще, блядь, мог просто написать, в принципе, зачем ты нарисовал-то? Ты сейчас да, текстом да. Ебашь и все. Нахуй рисовать вообще? Да. Он танцует в галстуке. Блядь! Это вообще пиздец. А, вот откуда пошло это. Да-да. Dance! Dance, get jammed, dude! Банана-данчи. Банана-данчи.
Такой, бля, вообще. Ну, сори, я заруинил. Банан ебашит под фон. Блять. Нормально, я постарался вытащить здесь. Трихуя. Так это, я так и знал, что это Мазелова, блядь. Я так и знал, нахуй. Нихуя нормально у него агрегат. Банан едет в машине. Да, блядь. Это просто ужас. Медиа засуха. Бля. Помог свой стрим. Бля, тих полный. ПО онлайну. ПО? Люк, ты сейчас охуеешь. Ну-ка. Медиа понижение. Бля, грустно что-то стало. Да, что-то фраза какая-то ебаная. Скатился. Медиали. Кстати, хорошая, мне нравится. Вот, это охуенно, Мухаджан, блядь. Ты хоть еще бы говорил что-то, блядь? Ой, что, блядь? В конце вытащил, блядь. Аптекбус. Аптекбус, это вообще как? Че? Как до меня аптекбус дошел? Нет, это если что, язык и это. Я просто читаю. Охуеть. А, так я правильно написал? Я молодец. Будь. Что это за зеленый пятно? Я не знаю, кто ответил, Нелли. Зеленым пятном на голове. Это волосы, блядь. А, вот откуда. Это он чихнул, блядь. У корейки они длиннее. Рыгота. Рыгота, блядь. Найс. Понятно. Рыгота. Жить в России, блядь. Что он рыгает? Ёлка его засняли. Афайт с позором. Опа. Это про нас. Блядь. Что? Блядь, там в Джека превратилось все. Обосрался и окно заплакал. Хуя приказа выдала. Я, кстати, приблизительно так и сделал. Вова нассал на Клаву и обосрался. Спасибо большое, блядь. Ты долбоёб ебаный, блядь. Баст за иксе, блядь. Володя за иксе. Понятно, вы такие уроды ебаные, блядь. Господи, блядь. Стрелки перевели вообще жестко. Дота 2, блядь. Я справился с задачей, в принципе, алло. Не, хорошо, хорошо. В принципе, суть уловили. Обоссался, обосрался, Дота 2. А-а-а, вот что, ебать. А что, нормальная фраза? Нормальная фраза. У нас каждая, блядь, оригинальность будет, блядь, с Хесусом и башню, блядь. За высоты башни. А Хесуса любят постоянно переплетать. Какая, блядь? Какая? Хесус кукарека. У Ханжана все говно, блядь, постоянно валится, блядь. Зэк насрал под себя. Зэк насрал под себя. Вот! И тут я понял, что пиздец. Штрих-код какой-то. Штрих-код сел сразу. Штрих-код сел сразу. Ой, это моё народное. А вот, да, вот откуда это. Бля, не ржите, пожалуйста. Ну вообще, кстати, неплохо. Вот что это было, бля. Казахский кот. Пох! Сейчас всё испорчу, нахуй. Бля. Испортил. Чё? Ты испортил. А, типа не лошадей едят. Супе. Бля, вы чё, нахуй? Простите, пожалуйста. Сейчас извините, пожалуйста, я же такую хуйню сделаю. Ой, стереотипная хуйня. Казахский борщ. Какого мула, бля? Ну а что это такое, бля? Из мула, бля, он такой грустный, пиздец. Он умер. Борщ из осла. Борщ из осла. Свинья и желуди. Как будто басня какая-то. Хуя. О, бля, охуенно. Красота. Какого хуя там скатилось? Свинья в хочет кушать желудь. Почему? Я не знаю, я нарисовал, как было, блядь. Я там скатилась. Это эльф, блядь. Свинья увидела желудь. Так история наша. Расставь в правильном порядке, да. Блядь. Как это могло куда-то скатиться? Свинья хочет транс. Блять, ну пиздец, Муханжан, блять! Блять! Ебать вы долбоёбы, ебать, что вы делаете? Вы ебанутые, как вообще, блять, это трахнуть орех вышло, блять? Просто ужас. Блять, это желудь, почему, блять, она захотела трахнуть, блять, его?
Бля, вот шутки шутками, а там история.